Привет, друзья! Вот не знаю, как в России у нас нонче, а вот вы знаете, что-то в Англии стали возвращаться к натуральным елочкам. Как-то, наверное, уже надоело им вот эта вот неживая искусственная пластиковая, какая бы она красивая ни была. А натуральное все равно совсем другое дело. Пахнет. И, в общем, вид другой, по-моему, да? И вот стали возвращаться, вы знаете, к настоящим елочкам. Вот эти вот маленькие елочки, вот они. Я посмотрела, сейчас вам покажу цену, чтобы вы знали. Они малюсенькие совсем. Вот она в горшке. Вот она от силы 50 сантиметров, но она очень пушистая, видите, да? Вот с такой вот розовенькой ленточкой 20 фунтов. Вот видите, тут цены. 120-150 сантиметров, 19,50 розовая ленточка. 150-180 сантиметров, зеленая ленточка, 29,50. 180-210, голубая ленточка, 35. И 210-240, 45. Вот такие вот цены на елочки. Ну и вот, значит, сразу вот эта вот елочка у нас вот такая красавица, видите, с голубой ленточкой, 29,50. А вот эта вот огромная красавица, наверху у нее желтая, желтый лейбл, и значит, она стоит 49,50. Но большущая, натуральная, и она, как вы видите же, она, видите, к ней ничего не пристегнуто, а она просто на самом деле вот такая вот вся пушистая, натуральная. И вот видите, в связи с тем, что я вам сказала, сейчас модно эти елочки, и сразу к ним вот такие вот три ноги. У нас раньше они были, просто забивалась елочка в колышек, а здесь вот еще и такая посудина сделана. Туда, наверное, песок сырой, вода какая-то. Вот для свежей, для настоящей елки. Очень-очень много елочек настоящих. Просто на удивление, друзья. Ну, искусственные, конечно, тоже продаются. Но вот вы знаете, настоящих такого обилия раньше не было. Сейчас все больше и больше возвращаются к истокам. И вот то, что у нас как-то люди все стараются из Европы перенять. А видите, не все и надо перенимать. Они возвращаются к тому, с чего мы начинали. А мы ползем наоборот, непонятно куда. За ними следуя и пытаясь подражать. И теряя свое лицо. И свою какую-то совершенно неподражаемую индивидуальность. А вот это, кстати, не видела никогда. Обратите внимание, как интересно. Это вот такая штука, чтобы распушить и распрямить елку. Видите, вот. Вот елки приходят вот в таких упаковках. Вот они. Она упакована в пленочку, в такую, в сеточку. И она вот такая замятая, конечно, чтобы ее распрямить. Вот все вам опять неправильно сказала. Представляете? Сейчас вот спросила у женщины, которая здесь работает. Она сказала, да нет, наоборот. Это мы вот так упаковываем елочки. Вот видите? Я вот такая вот, что ничего не поняла и решила вас ввести в заблуждение. Не-не-не, это наоборот. Елочку пропускают сюда и наоборот ее вот упаковывают вот эту именно вот в такую сеточку, чтобы легко нести было. Ну а здесь посмотрите опять, друзья, какая прелесть, какое обилие цикламенов цветущих. Цветущие цикламены. Всяких цветов, всяких разных махровых или немахровых цветов. Вы только посмотрите, друзья, на эту прелесть. Не знаю, как вы, а я опять просто в восторге. Вот эти вот цикламены, ой, ну просто обожаю я эти цветы. Но самое интересное, что вот я помню, сколько бы я их когда-то в России не пыталась посадить, купить. Так, сколько он стоит? 2,95. Вот этот прелестный горшочек.
Ну, в общем, не так и плохо, по-моему, да? Но все равно они, конечно, смотрятся, когда их много. Вот это вот все. Так вот, когда я хотела посадить у себя, развести эти цикламены в России, но они вообще не цвели. Они почему-то постоянно у меня погибали. Что я только не старалась с ними сделать. Наверное, вот не климат и не климат, а здесь они... Посмотрите только. Ну, друзья. Такая красота. Просто великолепие. Ну и вот они же опять оформлены, видите, по-разному. И в разных горшочках сидят. Вот хочу показать вам, друзья. Мы с вами, знаете, что-то перенимаем тоже, да? Вот, посмотрите. Может, что-то вам понравится. Может, что-то понравится, чтобы перенять, сделать у себя. Вот такая вот штука, видите, она просто... Вот даже можно в какой-то мусорной корзинке вот придумать вот такой вот икебану. Или вот такую вот композицию. Или вот, прелестно, посмотрите, тоже... Две корзинки такие красивые. И вот вы знаете, вот они вот так сами здесь в магазине делают такие натюрморты. И потом сразу цена взлетает до небес. Вот такой вот горшочек сразу 15 фунтов. Или вот такой. Ну, красота. Или вот такие вот елочки, видите. Вот они их просто побрызгали. С пульверизатора вот сейчас вот эта вот вата такая искусственная, да? Посмотрите. И уже смотрятся елки просто как в лесу. Великолепно. Ну или вот совсем малюсенькие вот такие, видите? Вот маленький подарочек. И попрыскано. Горшочек одет просто в какую-то фольгу, видите? Вот. Побрызгано. Красота. Вот такие вот композиции, типа моей. Тоже много довольно таких тут. Сколько стоит, сколько стоит. А стоит 8,95. Бери, не хочу. Вот еще какая-то новая появилась. Каликарпа называется. Если я правильно прочитала. Каликарпа 6,95. Какие-то ягоды такие. Не видела никогда. Ну и вновь эти великолепные цикламены, друзья, от которых глаз отвесть трудно. Красиво. Понравилось вам, друзья? Надеюсь, что да. А еще лучше, если вы что-то здесь для себя нашли, то, что можно применить. И о чем мы с вами всегда говорили. А я желаю вам удачного Нового года. Еще увидимся, конечно. Но вот на сегодня пока.